влюбленная, и мне хочется сказать, что многие девочки сегодня ушли полны идей. У них есть, я уверена, у большинства уже есть мечта, побольше бы таких проектов. И мне кажется, что за такими проектами будущее. Будущее Украины, будущее нашей молодежи. И еще раз огромное спасибо. Сегодня стала презентация проекта для девочек РУМ. Я хочу взять интервью и спросить о ваших впечатлениях сегодняшнего дня. Ну, мне очень понравилось. Я пока еще не совсем решила с профессией в будущем, но думаю, этот проект мне поможет решить. Спасибо. Мне тоже очень понравилось. Я надеюсь, что я узнаю много нового о новой профессии и буду стремиться к лучшему. А что понравилось больше всего? Понравилось, как рассказывали о профессии. Понравилось узнавать что-то новое. Я бы хотела учиться на архитектуру и дизайн, и я думаю, этот проект мне расскажет, покажет вообще очень много про эту профессию, и я узнаю много нового про это. Спасибо, вам что? Я уже выбрала профессию, это будет кулинария, и мне очень понравилось здесь, потому что мне помогло оно выбрать профессию. А что вам больше всего нравится в кулинарии? Готовить. Спасибо. Мне больше всего в сегодняшнем дне понравился рассказ Романа Баяна. Это было очень увлекательно услышать историю его карьеры. А также я решила, что, скорее всего, пойду на сценариста-постановщика. Встреча вдохновила меня сделать первые шаги в сторону журналистики, и поэтому я сейчас брала интервью у этих девочек. Для меня огромная честь быть ступенькой на этом пути, на этом славном пути, потому что я вижу воодушевление этих детей и понимаю, что это как оставить собственное наследство, как передать что-то детям. Не знаю, это такое естественное чувство, передавать свои знания, передавать свой опыт. Это доставляет огромное удовольствие.